Во Владимирской области выявили 19 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 22. В больницу с тяжелой формой заболевания обратились 6 человек. Накануне госпитализировали одного. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 658. В лидерах по заражениям Владимир с 8 заболевшими за сутки. 4 новых случая выявили в Петушках. По 2 зараженных в Гусь-Хрустальном и Суздале. По 1 зараженному в Коврове, Юрьев-Польском и Кольчугине. За сутки в регионе не зафиксировали смертей от ковида. Общее количество погибших за все время пандемии – 3497. Выздоровели 2 человека. Всего болезнь победили 148 811 жителей области.